Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такие очаровательные праздничные салфетки. Я когда увидела эти нитки в магазине, сразу у меня встала картина перед глазами, что из них можно связать такие яркие, блестящие, праздничные новогодние салфетки. Вот камера не передает весь блеск и красоту этих ниток. Но так как нитки сами по себе нарядные, блестящие, я выбрала простую схему. С ней справится даже начинающий вязальщик. Вязать такую салфетку очень просто. Схема незамысловатая. В комплект к этой большой салфетке я связала еще маленькую. Размер большой у меня получился 40 сантиметров, а у маленькой диаметр 26 сантиметров. Я их не блокировала, просто отпарила. Очень хорошо держит форму, схема удачная, не фалдит, не собирает, не сборит, ровненько ложится на поверхности. Такие салфетки могут служить как сервировочные. В этот раз я вязала эти салфетки из синтетической нитки. Ну, про нитки скажу вот чуть-чуть попозже. Они так красиво поблескивают. Красная тут нить, металлизированная. Но их можно вязать также из обычной нити, эти салфетки. И можно добавить просто люрекс к любой нити. И также будет нарядно и красиво. Единственное, надо смотреть, чтобы эта нить не ржавела. Иногда бывают такие нитки, что они при увлажнении потом оставляют следы, и на основном полотне могут появиться пятнышки, поэтому надо быть с этим аккуратнее. Также эту салфетку можно вязать и разноцветную, серединку одним цветом, вот этот узор другим, лепестки еще каким-нибудь цветом, но комбинировать уже под свой интерьер, под свои вкусы. Можно связать комплект из 6 штук, допустим, одну большую, 6 маленьких или 4 маленьких. Можно также, я вот думаю, нарастить узор, можно продолжить. Тут он как бы повторяется. Мне нравится, когда в схемах узор как бы сочетается между собой, не просто набор какой-то столбиков, а именно вот какая серединка, такая кайма. И за счет этого можно будет эту салфетку увеличить, смотря какая толщина пряжи вы возьмете и крючок, и можно подогнать под любой размер эту салфетку. Если вам понравилась эта салфетка, присоединяйтесь, в конце видео мы с вами свяжем такие замечательные салфетки. Поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Спасибо, что вы смотрите рекламу, не пропускаете ее, я это вижу, мне это очень помогает. Для вязания этой салфетки я буду использовать пряжу праздничная с рюлексом от Camtex. Состав 48 кашмелон пан, 48 акрил и 4 метанит. Вот такая блестящая нитка. Камера не передает весь ее блеск, но очень нарядно смотрится и действительно по-праздничному. Цвет я беру красный 0,46, в 50 граммах 160 метров. Для вязания буду использовать крючок 3 миллиметра. Итак, делаем скользящую петлю. Одна воздушная петля подъема. И в кольцо провязываем 16 столбиков без накида. 1, 2, это первый ряд, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Затягиваем колечко потуже и делаем соединительный столбик в первый столбик без накида. Первый ряд у нас готов, вяжем второй ряд, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Еще 2 воздушные. 1, 2. Это арочка. Накид. Пропускаем столбик. В следующий вяжем столбик с накидом. 2 воздушные. Накид. Пропускаем в следующий столбик с накидом. 2 воздушные. Пропускаем в следующий столбик с накидом. Так вяжем по кругу. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 2 воздушных и делаем соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3 ряд, делаем соединительный столбик в следующую арку. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами, 2 накида. И сюда же в эту арку провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик, 2 накида. И сюда же делаем второй столбик с 2 накидами. Итого у нас 3 столбика с 2 накидами в арку провязано. 2 воздушные петли, 1, 2. В следующую арку также делаем 3 столбика с 2 накидами. Две воздушные петли, 1, 2, и снова 3 столбика с 2 накидами в следующую арку. Так вяжем по кругу самостоятельно по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю группу из 3 столбиков аркой из 2 воздушных и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика с 2 накидами. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4 ряд. 4 воздушные петли. Начальный столбик с 2 накидами. И сюда же, в этот столбик, провязываем еще один столбик с 2 накидами. 2 накида. В следующий столбик также 2 столбика с 2 накидами. Так, нитка расслоилась. Угу. Первый. И сюда же второй столбик. И в следующий, в 3 столбик, также провязываем 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. 6 столбиков подряд у нас идет. 2 воздушные, 1, 2. В следующие 3 столбика также провязываем по 2 столбика с 2 накидами. 6 столбиков у нас арки из 2 воздушных петель. Все, продолжаем вязать самостоятельно. И встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 2 воздушных
и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика с двумя накидами в четвертую воздушную петлю подъема. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. Сейчас нам нужно провязать сплит из 6 столбиков с двумя накидами. Итак, делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это первая ножка сплита, 2 накида. В следующий столбик провязываем столбик с двумя накидами, но не до конца. Так. 1, 2 накида. Закрыли 2 петли на крючке. 2 накида, в следующий столбик вяжем третью ножку, 3 петли, 2 накида, в следующий столбик четвертая ножка сплита, столбик с двумя накидами не до конца, пятая ножка, закрыли 2 накида и последняя шестая ножка, закрываем 2 накида, 6 петель на крючке, подхватываем рабочую нить и продеваем через все петли на крючке. Начальный сплит из 6 столбиков с двумя накидами готов. Далее набираем цепочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку из 2 воздушных. Столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И снова на следующих 6 столбиках провязываем сплит из 6 столбиков с двумя накидами. Давайте еще раз вместе его провяжем. Итак, в следующий столбик, в первый столбик с двумя накидами не до конца, это первая ножка, вторая ножка, 2 накида, третья, четвертая ножка, пятая в следующий столбик и последняя шестая ножка сплита. 7 петель на крючке, подхватили нить и закрываем. Сплит готов. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку из 2 воздушных и снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот что у нас получается. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 5 воздушных и делаем соединительный столбик в вершину начального сплита. Пятый ряд у нас готов. Вяжем шестой ряд. 1 воздушная петля подъема. Сюда же в вершину провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Переходим к следующей арке и в нее провязываем 6 столбиков без накида. Обвязываем арку. Переходим к следующей. Столбик без накида мы этот пропускаем. И в следующую арку также провязываем 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. Теперь в вершину сплита столбик без накида. И в следующие 2 арки также по 6 столбиков без накида. Все, вяжем самостоятельно, обвязываем арочки. Обвязали последнюю арку, сделали 6 столбиков без накида и делаем соединительную петлю в начальный столбик без накида. Шестой ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем седьмой ряд. 1 воздушная петля подъема. Столбик без накида сюда же, в этот же столбик. Выполнили начальный столбик без накида. Далее набираем цепочку из 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Пропускаем 12 столбиков, 6 на этой арке и 6 на этой. И в следующий столбик, в столбик, который у нас выходит из вершины сплита, провязываем столбик без накида. Вот такая большая арка. Снова 13 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Снова пропускаем 12 столбиков. И в следующий столбик, он у нас выходит из вершины, провязываем столбик без накида. Все, продолжаем вязать самостоятельно. У нас будет еще 6 арок из 13 воздушных петель. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 13 воздушных и делаем соединительную петлю в начальный столбик без накида. Седьмой ряд у нас готов. Вяжем восьмой ряд. Воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот столбик. И в следующую арку провязываем 15 столбиков без накида. Обвязываем арку. 1, 2, поплотнее сразу укладываем столбики. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Обвязали арку. Теперь столбик без накида в следующий столбик. И в следующую арку также провязываем 15 столбиков без накида. Все, вяжем самостоятельно. Итак, провязали последние 15 столбиков в арку и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. Восьмой ряд у нас готов. Вяжем девятый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид сюда же, в этот столбик, провязываем еще один столбик с накидом. 1 воздушная петля, накид, и сюда же, в этот столбик, провязываем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Вот такая ракушечка из 4 столбиков. Посередине арка из одной воздушной петли. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в следующий столбик без накида провязываем такую же ракушку. Делаем 2 столбика с накидом. 1, 2. 1 воздушная петля. И еще 2 столбика с накидом в этот же столбик. 1, 2. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в следующий снова вяжем 2 столбика с накидом. 1 воздушная. И еще 2 столбика в этот же столбик. Такая же ракушка из 4 столбиков. Все, вяжем по рисунку. Сделали последнюю ракушку и соединяем вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. Девятый ряд у нас готов. Вяжем 10 и 11 ряд. Они вяжутся одинаково. Итак, делаем соединительный столбик в следующий столбик и в следующую арку из одной воздушной петли. Три воздушные. 1, 2, 3. Начальный столбик
с накидом. В эту же арку еще один столбик с накидом. Одна воздушная петля, арка. И в эту же арку провязываем еще два столбика с накидом. Вот такая ракушка из 4 столбиков посередине арки из одной воздушной петли. Переходим к следующей арке и также в нее провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 1 воздушная и еще 2 столбика с накидом сюда же. Итак, в каждую ракушечку в серединку провязываем по ракушечке из 4 столбиков. Это у нас 10 ряд. И аналогично 10-му повторяем, вяжем 11 ряд. Давайте провяжем 2 ряда самостоятельно, 10 и 11, и встретимся. Провязали последнюю ракушку и соединяем вершину начального столбика с накидом. 11 ряд у нас готов. Мы с вами сделали 10 и 11 ряд. Вяжем 12, делаем соединительный столбик в следующий столбик и в арку из одной воздушной петли. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик с накидом сюда же в эту арку. Теперь между группами из 2 столбиков мы будем провязывать по 2 воздушные петли. 1, 2 и сюда же 2 столбика с накидом в эту же арку. Такая же ракушечка, только посередине арочка из 2 воздушных петель. Следующую ракушку в серединку под арку из одной воздушной провязываем такую же ракушку. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. Готово. Итак, вяжем по кругу, провязываем такие же ракушки, только арки из 2 воздушных. Сделали соединительный столбик, 12 ряд у нас готов, вяжем 13 ряд, делаем соединительный столбик в следующий столбик с накидом и в следующую арку из 2 воздушных петель. 3 воздушные, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, сюда же в эту арку провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же в эту арку провязываем еще 2 столбика с накидом. Провязали такую же ракушечку из 4 столбиков, далее 1 воздушная петля. Теперь мы между ракушками провязываем арочки. Сделали одну воздушную и в следующую арку провязываем такую же ракушку. 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 1, 2 и еще 2 столбика с накидом. 1 воздушная. Все, продолжаем вязать. Не забываем, что между ракушками мы делаем арки из одной воздушной петли. Ну вот, мы с вами провязали 13 рядов. Посмотрите, как ровненько лежит салфетка. Так, вяжем 14 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик с накидом и в следующую арку. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в эту же арку. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 столбика и в следующую арку, в середину следующей ракушки, провязываем столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую ракушку провязываем в серединку под арку столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5,
столбик без накида. Вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Все арки из 5 воздушных петель. Провязали последнюю арку из 5 воздушных. Делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. 14 ряд у нас готов. Вяжем 15 ряд. 1 воздушная петля подъема. Столбик без накида в этот же столбик. Провязали начальный столбик без накида. В следующую арку 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Обвязали арку. Столбик без накида в следующий столбик без накида. В следующую арку провязываем 5 столбиков. И в следующий столбик также столбик без накида. Все, вяжем самостоятельно. Обвязываем все арки по кругу. И встречаемся в конце ряда. Провязали последние 5 столбиков в арку. И соединяем в начальный столбик без накида соединительной петлей. 15 ряд у нас готов. Вяжем 16 ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Начальный столбик с 2 накидами. 2 накида. И в этот же столбик провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. Первый. И сюда же второй. Итого 3 столбика с 2 накидами у нас выходит из одного столбика. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида. Пропускаем 5 столбиков. И в следующий также провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый. 2 накида. Второй. 2 накида. И третий столбик. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 5 столбиков. И в следующий также вяжем 3 столбика с 2 накидами. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Итак, провязали последнюю арку из 3 воздушных. И делаем соединительный столбик. Четвертую воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с 2 накидами. 16 ряд у нас готов. Вяжем 17 ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. 2 накида. Сюда же вяжем еще один столбик с 2 накидами. 2 накида. В следующие 2 столбика провязываем по 2 столбика с 2 накидами. Первый. Сюда же вяжем второй столбик с 2 накидами. И в следующий столбик также провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый. И второй. Итого 6 столбиков с 2 накидами подряд мы провязали. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида. И в следующие 3 столбика также вяжем по 2 столбика с 2 накидами. Между группами из 6 столбиков делаем арки из 3 воздушных петель. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и соединяем вершину начального столбика с 2 накидами в 4 воздушную петлю подъема.
17 ряд у нас готов. Вяжем 18 ряд. Делаем сплит из 6 столбиков с двумя накидами. Набираем цепочку из 4. 1, 2, 3, 4. Начальный, первый, первая ножка. Так, па-па-па-па. Вяжем 18 ряд. Нам нужно сделать сплит из 6 столбиков с двумя накидами. Итак, делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это первая ножка сплита. 2 накида. В следующий столбик с двумя накидами провязываем вторую ножку. Столбик с двумя накидами не до конца. 2 накида. Третья ножка. Не до конца. Так, четвертая. Пятая и шестая. 6 петель на крючке, закрываем. Провязали начальный сплит из 6 столбиков. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку из 3 воздушных. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И на следующих 6 столбиках также провязываем сплит из 6 столбиков с двумя накидами. 18 ряд у нас повторяет 5 ряд. Вяжем такие же лепесточки, доделываем. Все, вяжем самостоятельно. Эти арки у нас из 5 воздушных петель. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 5 воздушных и делаем соединительный столбик в вершину начального сплита. Соединили. 18 ряд у нас готов. Вяжем 19 ряд. Воздушная петля подъема, столбик без накида. Сюда же в вершину сплита. И в следующие 2 арки провязываем по 6 столбиков без накида. 1, обвязываем арки, 2, 3, 4, 5, 6, пропускаем столбик и в следующую арку также 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь столбик без накида в вершину сплита. И снова обвязываем арки. В каждую провязываем по 6 столбиков без накида. Все, вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Сделали соединительный столбик в вершину начального столбика без накида. 19 ряд у нас готов. Вяжем 20 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот столбик. Далее набираем цепочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 12 столбиков и в следующий столбик, он у нас выходит из вершины сплита, провязываем столбик без накида. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 12. Следующий столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Обвязываем по кругу арки из 7 воздушных петель. Провязали последние 7 воздушных петель и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей.
20 ряд у нас готов. Если немножечко стянут, то ничего страшного, все потом распрямится. Так, вяжем 21 ряд, воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот столбик, и в следующую арку провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обвязали. Теперь столбик без накида, следующий столбик без накида. И в следующую арку снова 8 столбиков без накида. 3, 6, 7, 8. Столбик без накида в следующий столбик. Все, продолжаем вязать, обвязываем все арки, провязываем в них по 8 столбиков без накида. И в каждый столбик по столбику. Провязали последние 8 столбиков. Делаем соединительную петлю в начальный столбик без накида. 21 ряд у нас готов. Вяжем 22 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Сюда же, в этот столбик, еще один столбик с накидом. 1 воздушная петля. И в этот же столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Итого 4 столбика. Посередине арка из одной воздушной. Вот такая ракушка. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в следующий также провязываем 2 столбика с накидом. 1 воздушная петля. И еще 2 столбика с накидом. Сюда же, в этот же столбик без накида. Еще одна ракушка готова. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В следующий вяжем такую же ракушку из 4 столбиков. 2 провязали, 1 воздушная петля и еще 2 столбика с накидом сюда же. Все, вяжем вот такие ракушечки и встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда, провязали последнюю ракушку и делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. 22 ряд у нас готов. Можно сделать еще один ряд ракушек, провязать в арочке. Но я, наверное, остановлюсь на этом. Все, делаю закрепку. Сейчас прячем кончики ниток. Отпарим салфетку. Она у нас ровненькая, просто немножечко нужно ее потянуть и расправить все лепесточки. Так, доделаем эту салфетку. И так как у меня остались еще нитки, хочу связать еще в набор маленькую салфетку. Сделаю серединку, такую же цветочек. И там до 11, до 12, до 13 ряда провяжу вот эти ракушки. И получится салфетка в набор, в комплект, меньшим диаметром еще. Ну, вот такие замечательные салфетки у нас с вами получились. Маленькую я связала до 13 ряда.
Я их не блокировала, просто отпарила, и они имеют красивый вид, ровненько ложатся. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал, вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!